Смотрите в больших новостях на этой неделе. Батут контроль. После трагедии в Караганде ужесточат требования к детским аттракционам. Аттракционы – это не лицензионная деятельность. Она все-таки должна быть лицензируема. Чем опасны батуты? Кому и где запретят их ставить? Дурное дело. В Казахстане заговорили о легализации марихуаны. Если ты не можешь с этим справиться, тогда надо это обернуть на пользу. Сколько можно будет хранить и курить, чтобы не попасть за решетку? Подайте на детство. Несовершеннолетние просят милостыню на улицах. Кто использует детей и почему полиция бессильна? Встречаемся в субботу в 9 вечера.